Всем привет! Сегодня хочу вам показать некую фишечку, как сделать воистину черный крем. Это будет черный ганаш. Он будет не темно-коричневый, не коричневый, а именно черный получится. Посмотрите, это один и тот же крем, но благодаря определенной фишечке он становится черным, а не коричневым. Все на самом деле очень просто, так как мы делаем обычно ганаш на масле. Растопили в микроволновке черный шоколад, добавляем к нему масло комнатной температуры. Также сюда у нас идет черный алкализированный какао, сейчас уже не проблема его купить. Ищите в интернете, если у вас вблизи нет кондитерских магазинов, вы всегда его найдете. Добавляю сюда щепотку черного красителя жирорастворимого, он будет поярче именно в этом креме. И взбиваю это. После взбивания нам нужно дать постоять этому крему. Он станет у вас как бы коричневым. Дайте постоять ему с полчасика, а затем его нужно подогреть в микроволновке еще раз, сделать его более жидким и мягким и дать ему остыть до рабочей температуры. И только тогда, после подогревания, он у вас станет вот такой вот. Посмотрите, это один и тот же крем. Только с правой стороны это до подогревания, с левой стороны это после. Дерзайте, все очень просто, очень легко, и я уверена, что у вас тоже получится такой же черный красивый крем. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.